А еще тюменцам приносит пользу сотовая связь. Ее становится больше, это связано и с интернетом. И связисты не останавливаются на достигнутом. За последний год на Урале для доступа во всемирную сеть появилось порядка 700 объектов связи 4-го поколения. Ксения Моисеева подробнее. Техническая станция или коммутатор мегафона – сердце сотового оператора. Каждую секунду здесь обрабатываются тысячи СМС, звонков и интернет-соединений более полумиллиона тюменских абонентов. И чтобы каждый из них обязательно дозвонился, получил сообщение или быстро вышел во всемирную сеть, связисты в этом году построили и реконструировали более 150 базовых станций в области. Буквально за два месяца мы увеличили количество базовых станций 4-го поколения больше, чем в два раза. Теперь мобильный интернет 4-го поколения доступен не только в Тюмени, но и в Тюменском районе. То есть связь стала стабильнее, а интернет шустрее. Скорость интернета на мобильном увеличилась в среднем до 30 мегабит в секунду. Теперь любимое видео или игра загрузится за пару мгновений. Чтобы интернет летал везде, объекты связи мегафона появились на самых высоких городских зданиях, в новых микрорайонах и подземных парковках. А в преддверии бума новогодних покупок специалисты установили станцию связи внутри крупнейшего в городе торгового центра. И это не единственный подарок тюменцам к празднику. Хочу обрадовать наших самых общительных абонентов, которые расстраивались из-за того, что их гаджеты очень быстро разряжались. Мы внедрили новую технологию, благодаря которой гаджеты могут работать без подзарядки на 30% больше. А значит, у абонентов появилась возможность больше времени общаться друг с другом, чтобы быть по-настоящему рядом. Ксения Моисеева, Сергей Жернаков. Тюменское время.